Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Сегодня уже появились спойлеры на следующую неделю. На следующей неделе, кто не знает, китайский Новый год, и это основное событие данной игры. Оно самое масштабное, даже масштабнее, чем день рождения. Ну, возможно, на уровне. В общем, событие очень крутое, и нас ожидает новый герой превосходства. Эос, это богиня солнца, и они сразу на нее введут скин. Ивентовый скин, который будет находиться в каком-то донатерском из пакетов. Соответственно, его также можно будет приобрести по скидке в Весоботе. Но сейчас не об этом, потому что подробностей пока мало. Итак, самое первое, это награда за расписку. Во время события можно будет получить щедрые награды за ежедневный вход. Помимо этого, в эти щедрые награды будет входить новогодний лимитированный памятный аватар 2022 года в честь китайского Нового года. Этот аватар будет добавлен в ваше коллекционное здание, соответственно, многие получат дополнительные характеристики, что очень неплохо. Далее у нас будет ярмарка. Во время события нам нужно будет использовать определенные предметы, собранные, возможно, в компании. Мы их будем собирать, пока непонятно, и мы сможем их обменять на какие-то щедрые награды в этой ярмарке. Третье – это задание праздника весны. Во время события выполняете назначенное задание, чтобы получить предметы и щедрые награды. Значит, из заданий это нужно будет зажечь 5-звездочную, 6-звездочную и 10-звездочную аватарку нового героя Эос, который у нас появился на Новый год. Плюс стандартное задание поставит, как обычно, это будет задание таверны, нужно будет выполнить. И какое-то количество боев провести на арене. То есть довольно-таки все просто и готовиться не нужно. Четвертое событие, в котором нам нужно будет вращать колесо, чтобы получить свои любимые награды. Тут без каких-то подробностей. Пятое событие, это бои превосходства. На арене, дружеских матчах и войнах гильдии используйте определенное количество героев превосходства в качестве атакующих и сражайтесь определенное количество раз, чтобы получить щедрые награды. Это стандартное событие на релизе каждого героя превосходства. Я с этим заданием помогаю своим подписчикам, делаю стрим зачастую, и в этот раз, если все останется прежним, будет не исключение. Скорее всего, сделаю стрим, на котором я буду добавлять вас в друзья, и вы просто делаете бой со мной, соответственно, забираете абсолютно все награды. Это могут быть там ядра, какие-то осколки, света и тьмы и так далее. То есть довольно-таки вкусные события. Событие номер 6 – это весенний план роста. После активации плана игроки могут получить щедрые награды, выполняя ежедневное задание в течение 30 дней. Активируйте высший план, чтобы получить дополнительные награды. Данный план появляется время от времени, в нем нам нужно просто выполнять ежедневное задание, то есть в принципе к нему готовиться не нужно. Вы забираете определенные ресурсы и дополнительно можете еще получить за донат еще больше ресурсов. Ну и, друзья, событие призыва в этот раз будет впервые в игре без нового героя. И что они придумали на этот счет? Вместо нового героя вы сможете выбрать абсолютно любого героя, которого вы захотите. Это, скорее всего, может быть та же Эос, которую многие могли пропустить в этот раз на Новый год. Соответственно, вы сможете эти свитки открыть вот на китайский Новый год. То есть, в принципе, вы ничего не потеряете. Ну и шанс попадения стандартно будет x2 на этого нового героя. Вот такие вот события нас ждут уже на следующей неделе, в следующую пятницу. Ждем подробности. В течение недели, я думаю, что будут появляться различные там спойлеры, довольно-таки интересные. Какие-то подробности по герою, по его навыкам. Обычно это появляется в среду. Ну а в четверг уже все, в принципе, события будут известны. И разберем их вместе с вами. В общем, друзья, чтобы не пропустить, подпишитесь на канал. Поставьте палец вверх этому видео, если было интересно и полезно. И увидимся в следующем видео. Постой, путешественник. Это я, королева фей Веса. Если тебе нужно быстро разобраться в игре, купить или продать аккаунт, найти лучшую гильдию в игре, ну или приобрести самый дешевый донат, я к твоим услугам. Ты можешь найти меня ВКонтакте или Телеграм по ссылке в описании. Я буду ждать.